Sometimes in Italian history, creativity and technology come together. It is in these moments that design evolves, becoming magnificent architecture. It is then that designers give shape to authentic masterpieces. Imagination and creativity illuminated that decade as never before. That passion made people navigate across the ocean. And deep down into murky waters to accomplish their heroic missions. Radio Mir 1940. Italian design, Swiss technology. Здравия! Здравы будьте, братья и сестры мои во Христе! Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, друзья, станем панеристи. Я не матом ругаюсь, друзья мои. Есть такое сообщество, друзья мои. Есть такая группа лиц, соединенная в некое сообщество. Это люди, которые обожают часы марки Panerai. Вот так вот они называются. Называют себя панеристи. Друзья мои, сегодня у нас на сборке с вами будут два хомажика. Хомажика на тему Panerai. Значит, одни люди, после того, как мы собрали с вами часики пилот на механизме Seagal ST3600, просили меня, мол, а теперь давай Panerai. А другие люди, вот эти самые панеристи, среди которых вот у нас есть постоянный мой подписчик, да, уважаемый человек. Мы общаемся там в приватной обстановке, мой заказчик, то есть знакомый, хороший. Так вот он панеристи, а он относится к этому сообществу обожающих часы Panerai. Так вот, люди просили меня сделать хамаш на Panerai на этих механизмах. А этот мой товарищ из числа панеристи кричал: «Юра, только не надо делать Panerai». Понимаете? Ну вот как мне между вами разорваться, друзья мои? И потом, когда уже меня просили не делать Panerai, уже было все куплено, все комплектующие, они ко мне ехали. Ну надо сделать, придется сделать, друзья мои. Ну и потом, мы же не будем делать какую-то копию, подделку там с надписью Panerai. Мы просто сделаем на тему. На тему двух моделей. Естественно, это у нас в первую очередь первые часы Panerai. Это Radio Mir в корпусе, подушка, многим известные, которые впервые были сделаны. Я рассказывал уже давно эту всю историю, я ее досконально знаю. О создании часов Panerai, да, и что связывает часы Panerai с нашими карманными часами молния, почему там часто делается на молнии. Я все это рассказывал, если кому-то интересно, посмотрите прошлые давнишние видео. Там все это есть, вся эта история. Так вот, первые часы были созданы даже не компанией Panerai, напоминаю, да, а очень долго. Наверное, не один год, если не десятилетие, для Panerai часы делали компания Rolex, друзья мои. И самые первые часы Radio Mir для Panerai сделали именно Rolex. На своих механизмах, и на своих они делали на Rolex'ах, и на механизмах Cartebo, которые у них валялись уже за ненадобностью. Вот. И я думаю, что Rolex был счастлив, что Panerai заказал часы эти, да, у них. И помощь попросил. Вот. И вторая модель, которая пришла там у нас в начале 50-х, это модель Luminor. Всем известный Luminor. Большой корпус с защитной, запатентованной Panerai скобой. Вот, на эти две модельки мы и сделаем. Я сделал циферблаты,
и в знак памяти, там, не то что дань уважения, но просто обозначил, что одни часы у нас будут Радиомир, Black Sea, там, да, а вторые будут Luminor Marina. Это название моделей у Panerai. Слово Panerai мы нигде употреблять и наносить не будем. Вот, чтобы это не было слишком вызывающе, и чтобы у нас уважаемые наши панеристи не ругались. Вот. Ну и прошу потом, вот, друзья мои, скажите, что у нас, как у нас получилось. Потому что мне говорят, что многие делают, у кого-то получается более-менее, у кого-то получается фигня полная. Я раньше делал на молнии и то, и другое. Но это был марьяж, это были марьяжные часы, то есть марьяж и хамаш, это немножечко разные вещи. Вот. Там было терпимо, никто ничего не высказывал. Вот. Потому что было на молнии, я и говорю, что это все взаимосвязано. Немножечко взаимосвязано. Так вот, друзья мои, сейчас переставляю камеру, и мы с вами будем делать двое часиков по-быстренькому на тему Panerai, Радиомир и Luminor. Вот, невзирая на то, что во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, да, Италия, напоминаю, что Panerai — это итальянская компания, а не швейцарская, как сейчас оно пишется, Swissmade. Потому что много десятилетий, с 1860 года, они базировались где? Правильно, в Италии, во Флоренции. И там все это создали, эту компанию. Сначала они очень долго, очень много лет, почти на 50 лет или сколько, 860-й, это 40 и еще плюс 36, допустим, да. 76 лет они только продавали часы. Продавали, но не делали. В 1936 году Министерство обороны Италии для ВМФ заказало у них часы для подводных пловцов, для водолазов, для подводных диверсантов. И они сделали при помощи Rolex. И на тот момент они были нашими врагами. Да, всем известно, что был фашистская Италия, поддерживающая Германию. Италия впрямую с нами не воевала, но там что-то было, возможно, чуть-чуть на море, но мы с ними не сталкивались. Они там больше контактировали с англичанами, с теми же. Вот. Но все равно они были нашими врагами. Но это не значит, что как-то нужно на часы пенять. Там, да? Это все равно, что сейчас, вот я уже говорил когда-то, что Mercedes, BMW тоже делали для фашистской Германии, предоставляли им свои автомобили. Но сейчас на них все ездят, и что-то об этом никто не думает. Поэтому, ну и часы, да, ну делали в свое время. Вот. Такие вот дела, друзья мои. Ну что, я переставляю камеру, и мы с вами сделаем два хамажика на тему. На тему, друзья мои. Не копия, не подделка, а просто на тему Panerai. Поехали, мои дорогие. Поехали. Для начала залезли в банку и одели средства гигиены, как обычно. Начинаем только с этого. Ну а теперь опускаемся плавненько вниз и смотрим, что у нас сегодня на столе, на сборке. Какая комплектация. Итак, начинаем, да, вот с краю и пойдем в центр. Два кожаных приличных, они мне нравятся, я их часто ставлю. Хорошие кожаные ремни с остальными баклями. Далее, друзья мои, вот у нас два очень известных корпуса а-ля Panerai. Сейчас распакуем и показываю. Итак, вот она, друзья мои, всем известная корпус-подушка, которую Rolex, да, увеличил для Panerai со своего Ойстера. У Rolex'а был Ойстер примерно в таком корпусе 26 мм. И они для Panerai его
под калибры, под те, которые у них были, да, от карманных часов. Они этот корпус просто-напросто увеличили. Увеличили до 45 или до 47, там еще больше, там были большие очень часы. Всего-навсего. А так форма вся то же самое, что и у Rolex Oyster. Вот он, очень известный наш корпус. И вот второй очень известный корпус. Это Luminor. Вот она, скоба запатентованная, да, которая у нас прижимает вот этим вот хвостиком заводную головку. Вот такой. Это уже разработка Panerai. Вот таких два известных корпуса. Значит, у нас везде, естественно, нержавеющая сталь. Сапфировое стекло. Здесь указывает на это вот наклеечки вот эти. Ну, мы еще проверим прибором. Для ремня проволочные, скажем так, проволочные ушки. Всем известные. Но в оригинале, естественно, они были сейчас на винтах для удобства, да. А раньше их припаивали к корпусу, была единая такая дужка, то есть ремень одевали и припаивали, я не знаю, как, или сначала припаивали, потом ремень подшивали на него, шили, да, одевали. Но как-то так. Здесь уже немножечко другая конструкция, здесь шпилька винтовая. Вот, но напоминаю, еще когда будем ставить ремень, друзья мои, обязательно все эти винты ставим на фиксатор резьбы, потому что в этих корпусах очень часто происходит самопроизвольное развинчивание. И можно потерять, уронить часы, разбить, поэтому обязательно. Но это еще когда будем делать, я напомню, я просто сразу, чтобы не забыть. Далее, друзья мои, вот у нас два одинаковых механизмика. Со всякими запасными частями. Вот он, родимый мануфактурный калибр от компании китайской Seagal, Чайка в простонародье, да, ST-3600. Вот так вот. Напоминаю, что первые две цифры отвечают, говорят нам о диаметре самого механизма, вторые две цифры о его технических характеристиках. Но такой вот замечательный, хороший, рабочий, даже слегка декорированный, ну не слегка, а нормально декорированный, получше, чем последние наши молнии там тех же 80-х годов, с ручным заводом механизм. Значит, на двое суток у него завод, вполне себе очень хороший приличный механизм. Самое главное, что он мануфактурный. Еще раз повторяю. Вот такие, да? Сейчас достанем. Ну, давай. Так, ну и далее. Далее, друзья мои. Вот у нас будет циферблатик на Радио Мир. Вот такой. Да? Все, все в классике Panerai. Просто Радиомир Black Seal. Это раз. И на Luminor. И вот такой Luminor Marina. Можно было написать еще разные всякие есть слова. Там, да, добавить. Там есть Marina Military. Значит, употребляют Panerai на своих циферблатах. Или Firenze. То есть это Флоренция, да. Пишут тоже иногда. Вот, что там еще? Еще что-то там пишется. Бревитато, например. Да, это запатентовано. Ну, в переводе слова. То есть, иногда все это указывается. Но мы взяли такое нечто среднее. Ну, и стрелочки, естественно. Мечи. А-ля Panerai. Вообще четкие, однозначно. Вот секундочки маленькие. Вот такие. Два комплекта стрелок. Здесь у нас такой зеленоватого оттенка люминофор. И на стрелках он слегка зеленоватый будет такой. Ну а здесь, поскольку люминофор белый, на дневном я имею в виду, то и на стрелках тоже белый. Все светится зеленым. Ну вот, вот и вся комплектация, другие мои. Сейчас я начинаю готовить и накидывать. Тут особо делать нечего.
Вот, механизмы, поскольку лежали некоторое время, ставить нужно все на незаведенном механизме, да? Потому что стоп-секунды здесь нет, и, соответственно, для того, чтобы установить стрелки, нужно, чтобы механизм был остановлен. Вот, если он у вас на ходу, то мы принудительно его останавливаем, придерживая заводной вал, оттягиваем вот эту вот собачку, да, и спускаем пружину. Все, и на остановленном механизме уже начинаем все делать. Вот, ну сейчас далее расскажу. То есть это у нас технические стрелки, мы их снимаем, ставим дальше там что, колеса, по-моему, в пакетике или что-то надо посмотреть. Да, здесь я не вижу колеса. Ставим колесо, ставим, есть у них пружинки? Где-то что-то было. Ну, найдем сейчас. Ну и будем устанавливать далее уже циферблат, как обычно, стрелки и все прочее. В общем-то, алгоритм одинаковый. Если кому-то интересно, посмотрите прошлые видео, я все показывал. Все, друзья мои, я покажу вам тогда промежуточный какой-то итог. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так, парни, начинаем. Значит, что, открываем, да, механизмик. Открываем коробочку. Да давай ты открывайся, господи, прости. О, достаем его. Так, и теперь нам нужно с вами снять стрелочки. Стрелочки снимаем, естественно, через прокладос какой-нибудь, полиэтиленку тоненькую, да. Сами стрелки снимаем, есть или ручные вот такие вот съемники. Можно отвертками, можно пинцетом, либо вот таким съемником полуавтоматическим. Да, где мои очки? Так, накрыли. Секундная вообще снимается элементарно. Подцепляем ее и все. Как, блин, как домкратиками. Вон она, да, у нас. Ну, мне же, как всегда, ребят, из-под камеры. Так, готово. Но это техническое, еще раз говорю, они нам не нужны. По большому счету, потому что они, ну, никакущие, куда-нибудь в сторону. Ну и эту тоже сейчас, и эту можно или дернуть, или вот так вот приставили и сдернули. Все готово, сняли технические, да. И сейчас вот сюда где-то был пакетик. Вот у нас пакетик. Вот колесо и разный крепеж. И пластиночка вон компенсационная. Так, все сюда вытряхиваем. Берем колесико. Где пинцет-то я делал? Так, можно маслица капнуть чуть-чуть. Добавить вот сюда. В принципе, да? На колеса сухие. Ну, я добавлю, то есть я покажу вам. Все, установили и сверху вот эту пластинку. Ну, просто мне ни хрена, парни, не видно. Все, то есть вот таким образом. Вот, грубо говоря, масло сейчас добавим. И у нас механизм готов к установке циферблата. Готово. Оба два я подготовил. Маслица добавил на колеса, да. Ну и все. Теперь накидываем циферблаты. Значит, все, ориентируемся. Смотрите, вот заводной вал, да, на 3 часа дня. И по горизонтали. Сейчас возьму. Вон она, ось. Секундная ось, друзья мои. Торчит. Вот она. Видите? То есть тут строго горизонталь идет. Вот такая. Вот мы ориентируемся. Сейчас циферблат будем накидывать. Ну, чтобы куда ножки у нас пойдут. Ножки вон в отверстие заходят. Поэтому, естественно, выравниваем центральное технологическое отверстие и отверстие под секундную стрелку. Вот сюда на оську ориентируемся. Берем. Без разницы. Механизмы абсолютно одинаковые. Поэтому какой вот первый пойдет у нас радиомир. Да, берем его аккуратненько. Аккуратненько берем, ориентируемся, как и сказал, 3 часа дня на заводной вал, центральное отверстие на ось и
отверстие секундной стрелки на маленькую секундную ось. Все это дело выравниваем, и ножички у нас, вот они, все. Они у нас сами туда замечательно зашли. Да? Теперь берем второй циферблат, второй окурок, пожалуйста. И накидываем точно так же его на второй механизмик. Все, 3 часа, центральная и... Так, тут нога встала, все встало. Вот и все залетело. И напоминаю, что здесь они тоже слегка входят в такую распорочку. Крепить их особо нечем, они прижимаются потом. Все это дело, когда корпус одеваем, и прижимать будем все лапками. Вот, такие вот делишки. Они слегка получились разные по диаметру. Значит, у них диаметр 34,5 у одного и 36 у другого. Разные полки у корпусов, поэтому это самое. Чуть-чуть разные циферблаты. Но вообще средний размер 36 миллиметров у циферблата. Все, други мои, значит, сейчас будем накидывать стрелки. Итак, берем стрелочки, вытряхиваем их на тряпочку. Да? Ну, надо проверить, чтобы они были у нас чистенькие, естественно. Давай, вытряхивайся. Вот, естественно, перед наброской, забыл сказать, циферблата все продуваем. Да, на механизме сам циферблат продуваем, прочищаем и только после этого накидываем. Сейчас накидываем стрелки, то есть берем, что там нам нужно будет, ластик, пинцет, палки, у кого что есть. Вот, ну и по обычной, по старой схеме, сейчас я все это дело установлю и покажу вам, что из этого получилось. Просто мне через камеру стрелки вообще неудобно ставить. Ну что, поставили мы с вами и стрелочки. Все получилось вроде бы ровненько и хорошо. Да, смотрим. Вот так вот это у нас теперь выглядит. Люминор Марина, стрелочки бегут. Да. И радиомирчик вот такой. Тоже он маленький, видите, бежит. Вот такие дела, друзья мои. Сейчас будем все это дело аккуратненько прочищать, продувать. Да, готовить корпуса, прочищать. Надо снять вон пленки все, протереть стеклышки и будем накидывать. О, тут даже есть этот самый антиблик, видите? Это зашибись, зашибись, это бонус. Ну что, дальше начинаю прочищать и накидывать. Начинаем, друзья мои, начинаем установку. Опять очки не одел. Так. Значит, напоминаю, здесь у нас, ну, сейчас нужно снять заводной вал, да, аккуратнее с балансом. И вот у нас вот этот винтик, видите, у вала, у заводного. Делаем, откручиваем 2,5 оборотика, ну, чуть-чуть надо, вот. И вытаскиваем его. Все. Здесь я уже все продул, прочистил. Сейчас прочищу этот самый корпус. Корпусок, да, протрем. Все уберем и будем накидывать. Так. Тонким слоем. И охотимся, охотимся за каждой пылиночкой на просвет. Вон она здесь. Ну, вроде бы чистенько. Да, и естественно, перед установкой, перед наброской на нашу конструкцию снимаем скобу. Снимаем скобу, она нам будет не нужна. Так, ну, сейчас. Так, ну все, выловил. Вроде все выловил.
Все, накидываем быстренько. Вот так вот. Где у нас второй? Второй тоже уже накинут. Сейчас будем переворачивать. Да? Так. И вот так. Вот так. Есть. Да? Сейчас здесь это снимем тоже. И теперь ставим обратно заводные валы. Где там отверстие? Развернуть мне маленько надо. Маленечко развернусь. Еще. О. Вот, потому что сейчас нам нужно строго-строго его выровнять по центру. Будем выравнивать строго по центру. Да, выровняли вот, где, не видно вам, да? Выровняли строго по центру, потому что сейчас будем крепить механизм лапками, чтобы у нас ничего не шевалилось. И здесь, естественно, то же самое. То же самое. Так, маленько двигаем. Так, крутим, вращаем, есть. И вставляем. И выравниваем. Вот так вот все выровняли, да, по центрику. И тоже будем сейчас крепить лапочками. Так, парни, заканчиваем зажимать. Все выровняли уже окончательно, как я и сказал. Вал строго-строго по центру, потому что сейчас мы будем его подгонять. Но для этого у нас должен быть закреплен механизм, чтобы он никуда не шевалился вообще, да, не на децил, вообще не на микрону, чтобы стояло ровно все. Все, закрепили, да, лапочками, вот говорю, вот раз и вот два. Теперь у нас все стоит. Все четко, плотно, строго, ничего не шатается, не болтается. Ну и валы подгоняем уже по старой схеме. Значит, на одном корпусе, на подушке, у нас с вами головка, вот на этой подушке, да? У нас головочка с пружинкой, она навинчивается, поэтому, как обычно, берем на нее расчет, да? Вот на эту пружинку, вот на эту втулку. Она у нас подпружиненная. Вот, а на этих, на люминорах, здесь другая немножечко головка. Она у нас не навинчивается, она вот такая вот плоская, да, то есть она просто плотно входит в корпус, мало того, что здесь у нас внутри вот стоит прокладка хорошая, плюс сальник еще в штуцере, в футере в этом, да, и скобой все это зажимается. Здесь просто подгоняем аккуратненько, ну все, делаю, подгоняю, ну и дальше продолжим. Блин, валы раза в два, наверное, толще, чем я привык. Ну, отвык уже от молнии. А эти раза в два толще, чем у этой самой. У Сейка. Короче, трындец. Такой оковалок. Все, братья, все готово. Значит, подогнал я заводной вал, уже поставил. Не забываем ставить его на фиксатор резьбы тоже, да, так же, как и винтики все. Естественно, смазываем силиконом все это дело, все прокладки. И на ключик там, и на втулочке даем немножечко маслица. Вот, в этом механизме, напоминаю, вот видите, винт, сейчас увеличу немножко. Который мы откручиваем, да, чтобы снять вал. Вот он. Где он? Вот он. Да. И когда поставили, тоже не забывайте докручивать его. Что я имею в виду? Вот вы когда вал загнали, все, вроде бы закрутили. Да, вот, закрутили. Теперь вытаскиваете его до щелчка, до перевода стрелок. И еще докручиваете немножко. И вот он, все.
Теперь-то он все работает. Значит, у нас первое положение идет завод, как вы видите. И дальше выдергиваем, идет перевод стрелок. Ну и все. Теперь мы что делаем с вами? Силиконим прокладочку. Да, засиликонили. Где наш пинцет специально обученный? Взяли его, ее, и аккуратненько уложили в канавочку. Здесь, естественно, все продули, почистили, чтобы все было чистенько. Прокладочку аккуратненько в канавке разровняли, чтобы она лежала ровно, чтобы ее не закусило, не помяло. Иначе будет плохая водозащита. Так. Уложили. Сейчас сделаем. Подрастянулось, что ли? Ну, вроде все. Все лежит нормально, ровненько. Теперь берем крышечку. Естественно, тоже продули. И если она со стеклом, то и стеклышко, опять же, убрали все это самое. Пылинки. Всякие разные. Здесь еще дунем слегка. Ну и закручиваем. Сначала руками, сколько идет. Так, а теперь берем, где наши ключики. У нас, да? Здесь, как вы видите, крышки граненые, и для них, сейчас поменьше сделаем, для них у нас существуют вот такие ключи. 45 размер у нас, вот такие граненые. Поставили, и уже от души все это дело затянули. Так, или здесь 44-й, что-то у меня... Сейчас, секунду, парни. И криво вообще. Так. Ну-ка. Да, 44-я. Я там пыжусь, блин. О! Вот другое дело. Хорошие ключики. Все. Готово. Нам с вами осталось посадить ремешочки. И будем смотреть на готовые часики. У меня такое ощущение, парни, что Джованни Панерай, надо было не к Rolex-у обращаться, а ко мне, блин. Ну что, смотрим, друзья мои, встречаем наш хамажик на тему Панерай, друзья мои. Вот они. Опа, ну и вот. Панеристи, друзья мои. Обожатели часов Панерай, смотрите внимательно и напишите мне, пожалуйста, свое мнение, резюме свое. Изговнял я часы или нет? Други мои, правду, всю правду матку рубите, режьте, че уж там. Как бы вам их половчей-то показать? Ну вот, други мои, вот наш а-ля Радио Мир. Сейчас лампочку, чтобы не это самое... Вот он наш радиомирчик, вот такой. Да? Сейчас стрелочку поправим. Вот так вот. Оп. Закрутим заводную головочку. Ну и чем плохи? Да, по-моему, ничем. Друзья мои, ставил ремень, еще раз напоминаю. О, красотища, ну посмотрите, как бегает балансик. Винтики, вот эти вот винтики посажены на фиксаторе резьбы, особенно у этого корпуса. Это очень важно. Здесь у нас пятнышко. О, стереть надо все, чтобы было чисто красиво. Ну посмотрите, какая красота же, ну красота. А здесь-то смотрите у нас, лебединая шея, а? Вот она лебединая шея наша. Вот, так что все четко, очень хороший механизмик. Ну и получились вполне себе зачетные часы на тему Радиомир. Вот так. Сейчас посмотрим, как все это светится. Померяем на руку, да?
Вот такие радиомирчики, друзья мои. Что скажете? Это первое, ну и люминор. Вот на как мне сказал мой друг, ой, панеристе, мол, радиомир можешь трогать, еще бог с ним, а вот люминор не смей. Не вздумай, типа, люминор трогать вообще. Так, тоже стрелочку поправим, чтобы было красиво. Скобу сюда, оп, ну вот. Вот такой люминор Марина. Марина Милитари можно написать, что угодно, как я уже и сказал. Вот, лаконичные, мужские, крупные, так, перчатки порваны. Крупные мужские часики. С симпатичным механизмом. Чем плохи? По-моему, ничем. А, друзья мои. Так, по габаритам, давайте быстренько по габаритам. Так, включим еще для проверки, хочу я проверить. Написать китайцы могут. На заборе тоже, сами знаете, что написано. Бабка посмотрела, а там дрова, и обломалась. Вот, так, где наш? Итак, смотрим. По нулям. Радиомир, друзья, у нас. Радиомир. 44,5. Вот так. По ушам, конечно, побольше мальца. 50. Но это по ушкам. А так 44-й корпус. Вот это вот. Да, люминор. Люминор тоже без скобы. Сейчас пока без скобы посмотрим. Без скобы тоже 44. Ну и, естественно, со скобой все 50. По ушам 50, наверное, да, 53 даже. Толщина у них 14 с копеечкой, а у этих, эти вроде потоньше. Но стекло еще, видите, стеклышко немножечко купольное, чуть-чуть. Поэтому 14 миллиметриков. Так, ну что, загорелся, да, наш прибор загорелся, проверяем. Давай, родное сердце. Ну, ага, годится. Падаем. Ой, сорян, нужно строго вертикально. Но тоже пищит, красная зона. Все хорошо, сапфир, как и обещано. Вот такие, друзья мои, часики. Да, так, сейчас этот самый люминофор. Давайте люминофор смотреть. Маленько сейчас подзаряжу. Выключаем раз свет. И большой. Вот так он, да? И немножечко это. Это вот так вот горит. Люминор. Да? И радиомир. Вот так вот все это у нас замечательно светится. Напоминаю, что... Почему радиомир? Потому что... Люминесцентный состав изобрели и запатентовали, ну, один из, скажем так, уже существующих, сделали на основе радия именно Панерай. И поэтому свои первые часы они назвали в честь этого светящегося состава радиомир на основе радия. Ну, а люминор – это уже следующее их изобретение, тоже... Что касается люминесцентного состава. Вот так. Ну, говорите, ребята, как вам? Сейчас будем на руку мерить. Доброго, добрейшего вам утра или денечка, у кого какое он в нашей большой стране время. Короче, доброго времени суток вам, мои дорогие друзья. Ну, у меня просто новый день наступил. Давайте померяем наше произведение искусства на руку. Да, снимаем сегодня, да. Я тоже, видите, в подушке панераевской, но вот в своих, в этих, в черепах. Великовозрастный дядька. Помните, такие часы сделали давным-давно уже, да? На зашибической молнии. Вот такой вот. Из монетки. Кто не видел, напоминаю. Да? Вот, ну пока в сторону откладываем и давайте померяем вот этот
Радиомирчик на руку. Значит, вот это вот у нас 47-й корпус. Вот это вот 44-й, напоминаю. Видите разницу? В размере, да? То есть 47-й, грубо говоря, практически самый большой размер. Вот, это вот такой у нас, ну, не маленький. Тоже не маленький. Так, ремешок. Ремешок новенький. Но очень хорошо он становится такой, когда носишь его. Вот мне нравится на моем, этом самом, на бронзовом. На бронзовом моем он потерся и такой винтажный становится, хороший. Видите, как вот при, когда его начинаешь одевать, он начинает цвет менять, да? Ну вот, поехали, смотрим. Вот так. Опа. Вот так вот радиомир 44 на моей руке 18,5 сантиметров. Вот так. Но если я 47-й ношу, то 44-й, видите, вполне, вполне себе очень неплохо. Очень неплохо. Вот такой радиомир. Ну, что с фокусом-то я не понимаю, блин. О, получше. Вот так вот. Вот так. Теперь меряем люминор. Кстати, еще попутно, видите, собрал любимого самурайчика Манта Рэй. Шикарные часики. Вот такие. Это заказ у меня. Вот такой, с большой суперволной. Хороший корпус. У меня часто спрашивают, чем отличаются. Вот это копия, хорошая очень копия на Seiko Samurai. Ничем не отличается, друзья мои. Отличается только тем, что здесь вот картинка суперволна на крышке, а на оригинале там, ну, надписи разные. Написано Seiko там и всякая ботва, понимаете? Все, больше ничем не отличается. И на оригинале, если мне память не изменяет, я не помню, есть логотип Seiko на головке или нету. А здесь есть. Вот. И еще очень важный нюанс, это то, что в оригинале идет всегда накладка на безель алюминий. Но у них такая привычка, вот Seiko так ставит, только алюминиевый безель. Я где-то слышал, что вот вроде с недавних пор они начали ставить керамику. А на копиях всегда керамика, понимаете? Вот такой плюс. Браслетик хороший тоже, самураевский. Напоминаю, что браслеты, да, должны повторять конфигурацию корпуса по граням. И переходить от корпуса дальше в звенья. То есть простой браслет сюда не поставить. Да, можно на ремень какой-нибудь, но браслет должен соответствовать граням и переходить постепенно. Вот, такие вот замечательные часики. Ну что, меряем люминор. Кстати, тоже не маленькие. Ой, а зачем я скобу-то отвинтил, господи. Люминор у нас, насколько я помню, да, чуть больше. Чуть-чуть. Так, сейчас, ребят, господи. Вот на камеру всегда так сложно все это делается. Так, ну вот так. Смотрим люминор. Вот так. Но. Ну, я не знаю, парни, сейчас задеру кофту. Кофту задеру. Вот так, например. Радиомир или люмин... Блин, вот здесь антиблик, видите? На люминоре антиблик, на радиомире нету. Ну что вам больше? Что вам больше все-таки? Радиомир корпус или люминор? Какой? Какой выбираете, напишите. Вот, братья мои, все, я переставляю камерку и будем заканчивать это видео. Ну и приступать, наверное, к другому, к чему-нибудь. Сейчас, дорогие мои, сейчас я камеру... Выбирайте пока, радиомир или люминор, или самурай. Распродажа, все по российской десяточке.
Друзья мои, ну что, выбираем? Самурай, да, манта Рэй с охрененным циферблатом, манточка, или радиомир на молнии, да, мои, или радиомир на Сигал СТ-36, или люминор на Сигал СТ-36. Напишите, что вам больше понравилось, друзья мои. Будет очень полезно, всем интересно узнать. Да. Ну и впереди нас ждет, смотрю на коробки. Собираются потихонечку, едут посылки. И там у нас будет 5 спорт. Наверное, тоже с мантой. Вот, в СКХе. Потом будет Омега. Опять же у нас Омега Симастер. Там в коробках еще что-то лежит. Ну, короче, едет, ребята. Буду что-то вам показывать. Напоминаю, друзья мои, про мой грядущий отпуск. С 15 апреля я прекратил пока, ключевое слово, принимать заказы, потому что уже не успеть с посылками. Я уезжаю в отпуск в 20-х числах мая, и уже стрёмно что-то заказывать и что-то делать. Можно не успеть. Посылки приедут, и некому получать, и будет фигня полная. Поэтому я начинаю принимать заказы, находясь в отпуске на море. Да? То есть абсолютно спокойно приму заказы, все вопросы решим. Закажем комплектующие, пока я буду отдыхать, посылки будут ехать. И к моему возвращению из отпуска все приедет, я все получу и начну делать опять много интересных, хороших часов и вам показывать, друзья мои. Вот такие планы, вот такие дела. Все, еще что-то вам успею до отпуска, естественно, показать. По-братски вас обнимаю, очень люблю, уважаю, ценю. Благодарю вас за то, что вы со мной на моем канале. Всего вам самого-самого хорошего, друзья мои. Здоровья и процветания. Береги вас Бог, друзья мои. Береги вас Бог. Все. Пока.